старики, фронтовики. Это честь страны и слава, старики, фронтовики. Им обязана держава. В Череповце во время Великой Отечественной войны было очень много госпиталей. Череповец был крупным эвакуационным центром, особенно во время блокады Ленинграда. Шли эшелоны раненых, голодных людей. И Череповец выполнял еще и функцию формирования воинских частей. Для нас память о ветеранах, память об участниках Великой Отечественной войны, фронтовиках, она священна. И эта память, она основана на знании истории, на глубоком понимании важности того, что они сделали для сохранения мира, тех подвигов, которые совершили эти люди, тех завоеваний, которые они посвятили будущим поколениям. То, что они сделали, бесценно.